Человек года в области здравоохранения, главный врач Пинской стоматологической поликлиники Владимир Былинский удостоен почетного звания уже второй раз. Это еще раз подтверждает, что он не умеет почивать на лаврах. Под руководством Владимира Владимировича стоматологическая служба стремительно развивается и совершенствуется, становится еще более качественной и доступной. В 2018 году по инициативе Владимира Былинского осуществлены сразу несколько проектов, один из которых – лечебно-диагностический центр, где сосредоточены практически все платные медицинские услуги. О профессионале с большой буквы Наталья Шестакова. Главный врач Пинской стоматологической поликлиники Владимир Былинский удостоен звания «Человек года» в области здравоохранения второй раз. За 7 лет, с 2011 года, ему удалось буквально горы перевернуть, чтобы сделать стоматологическую службу одной из лучших в области, значительно улучшить качество и доступность, совершенствовать материальную базу центральной поликлиники и всех филиалов. Во многом знаковым стал для коллектива ее руководителя 2018 год. Под непосредственным руководством Владимира Владимировича без привлечения бюджетных средств проведен ремонт в стоматологических кабинетах филиалов, рентген-кабинета с обеспечением беспрепятственного посещения инвалидами-колясочниками. Оценкой стало признание Владимира Былинского человеком года 2018 в области здравоохранения. И много чего-то сделали. А с другой стороны, и ничего не успели сделать. Однако сделать самое важное получилось. Просто Владимир Владимирович спешит опередить время, с которым соревнуется на равных, учитывая, как стремительно развивается стоматологическая отрасль. У меня на первом плане всегда стоит сделать условия работы врачей достойными и условия работы для приема пациентов тоже достойными. Вот начали совместно с медтехникой. Станислав Михайлович Наривончик выделил средства, материалы для ремонта наших кабинетов. В кабинете номер 19 сделан евроремонт. Установлено новое современное оборудование. Созданы прекрасные условия для специалистов и пациентов. В проектах главного врача при спонсорской помощи медтехники отремонтировать и оснастить еще целый ряд кабинетов. Пока загвоздка в приобретении оборудования. Хотя совместно с Пинским исполнительным комитетом разработан проект по модернизации нашей поликлиники. В частности, мы являемся резидентом технопарка Пинского. И согласно нашего проекта должно быть выделено оборудование на 1,3 миллиона белорусских рублей. Реализация этого проекта за счет инновационного республиканского фонда и вложения собственных средств на все подготовительные работы позволит поднять стоматологическую службу еще на порядок выше. Это достойная сумма. Здесь учитывается где-то порядка 12 стоматологических установок высокого класса. Это хирургическое оборудование, это 3D-оборудование. Будут снимки делаться в 3D-изображении, которые будут использоваться как нашими имплантологами, так и ортодонтами, и лор-врачами городской больницы. В стоматологической поликлинике уже приступили к ремонтам. И главный врач надеется, что уже в этом году проект будет завершен. Но и это еще не все задумки Владимира Былинского, которые уже воплощаются в жизнь. Но у нас еще проект есть, это открытие отдельного кабинета возле рентген-кабинета. Вот вы уже видели, рентген-кабинет сделан, подходы к нему сделаны. То есть на сегодняшний день любой инвалид, колясочник, может спокойно попасть в рентген-кабинет. И если его привезли на машине, и у него нету коляски, мы даже сами выделяем свою коляску, и его везде возим и оказываем услуги. Я надеюсь, что в этом году этот проект по этому кабинету тоже закончится. Он уже готов на сегодняшний день на 70%.
так разумно, рачительно и бережно. В интересах прежде всего людей главный врач вкладывает в небюджетные средства. И это при том, что цены на платные стоматологические услуги остаются на уровне трехлетней давности. Мы бы, конечно, много могли бы больше сделать, но денег-то остается мало, поэтому мы все это просчитываем. И самое главное, что каждый пациент, каждый житель города, внося деньги за платные услуги, он видит, что он не просто их вносит, он получает качественные услуги с одной стороны, и с другой стороны он видит, как все обновляется. И оборудование, и матик-база, и новые кабинеты строятся. То есть это он не просто так их куда-то на ветер выкидывает. Он участвует в процессе становления нашего учреждения. Сегодня главный врач и его команда на пути реализации еще более грандиозного проекта – создания уникального в своем роде лечебно-диагностического центра, в котором будут максимально сосредоточены все платные медицинские услуги. Он передан стоматологической поликлинике, лидеру Брестской области по оказанию платных стоматологических услуг. Наряду с традиционными в центре будут оказаны и такие, которых не так много в ведущих центрах страны. И все это будет производиться на новейшем оборудовании, закупочные процедуры которого идут полным ходом. Плазмолифтинг такой, или IP-терапия, карбокситерапия, радиохирургическое оборудование тоже заказано, обещают через месяц где-то прислать. В планах открытие дневного и круглосуточного стационаров и еще многое другое. В течение 3 лет проект должен заработать в полном объеме. Работы предстоит немало. Но у главного врача Пинской стоматологической поликлиники, дважды удостоенного самого почетного для пинчанина звания «Человек года», все обязательно получится.